Шаудио уже фу развития города. У тебя ноль пищи. Хочешь, сделаю минус? У тебя ноль пищи, говорю. Хочешь, минус сделаю? А, ну типа у Рима, вот, которая пачка рядом со мной стоит. Там почти пол армии наемников. Кстати, теперь интересно, этот 3 балла выносит Одессус? Я Одессус выносит 3 баллов. You can call me Nix. Door. Да, вижу. Сыны Ареса. Атакуй, проверь. How can I be of assistance? Ладно, развлекай. Да, да, хорошо. Your service. Ready for battle. Come, fight with us! At your command! Угу. Они с Адрийским царством воюют. Хм.
Да, на меня тут 400 человек напало. У него почти нет стрелков. Опять же, ты можешь поставиться, как ставился я. Будешь играть как моя, по моей тактике, как я играл, или будешь в поле? Hippias lances! Pikes at the ready. Гони мне конь. Pike phalanx. By your command. Сейчас-то тебе зачем? Тебе надо будет гнать вглубь карты. Типа, тебе надо будет гнать вот сюда. Слышишь, гони мне конь. Heavy horse at your command. Sarissa cavalry. Shock cavalry ready. Slingers. Javelin man. Yours to command. General! Hippias lances! Your orders! Follow me! Так ты можешь ее открыть. Until today, the gods have frowned upon our efforts. For we are the last army of our people. It forces us to stand bravely and triumph. Or see all that we treasure cast into darkness. We fight. We fight.
awaiting orders. Pikeman! Your orders? Pike phalanx! Pikeman, ready for orders. Break the lines. Ready and waiting. Yes, melee infantry. Spear infantry at your command. Follow me. Hoplites ready. By your command. Слушай, ну если что, мы сможем перезапустить ход. Ready and waiting. Them down. Commander! Pack them down! Ready and waiting! To arms! Я попытаюсь вторую пачку собрать. Hoplites ready! Ready for orders! Ready for... Pikes at the ready! By your command! Так, ладно, я достал всех его стрелков. Melee troops! Hoplites ready! Я забрал. Типа я тут пару отрядов на себя сагрил. А, он свой конец от меня докопался. Да. У тебя тут отряд копейщиков. Ну посмотри, вот там, куда я веду свою конницу сейчас. Ну он с той стороны, где у меня конница месяца. Там лавка Зеноби. Твой полкан. Отрядами запинать один. Там эти спартанские граждане-всадники дают звезды твоей легкой ударной конницы. Да, я вижу, я пока ничего не разбираюсь с ним. Пайкмен! Ready and waiting. We await your command. Missiles ready and waiting. Hoplites ready. Break the lines. Melee infantry ready. Ага, у меня конница дрогнула один. Kill wall. Hoplites ready. Your
Advance to command. Melee troops awaiting orders. Close ranked! Raise shields! Предлагаю рестарт. Goblin man! Your orders! Нет, 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 ты же этим отрядом никуда не ходил, да? Ты в укрепление сейчас просто встанешь. Типа тут один отряд граждан и всадников только что разбил два моих отряда. Да. Так что я предлагаю тебе рестартнуть. Slingers, by your command. Missiles ready and waiting. Back there, back. Хочешь помеситься с ним? Ready for orders. Их обходят. Ready. Riders, advance! At your service. Hippias lancers. Attack their positions. And forward! Missile infantry ready. Hack them down. Slingers. Take aim. Infantry ready. О, нашел этот отряд. Это кто? Полка? Ладно. Я предлагаю тебе сейчас признать поражение, выйти и с автосейва зайти. Я тебе отвечаю, там один отряд граждан и садников спилил два твоих отряда. Thank you.
Retreat, men! Retreat! Regroup and fall back! What the fuck? Что? В город встань. Говорю, в город встань. Не, у тебя один отряд стоит флотом. Погоди, я чуть не понимаю. Блядь, где у меня полководец? Ладно, не важно. My skills are yours. Я не могу построить мастерскую. Ready for orders. Угу. Осада первая исследована. Ну вот, оно дает доступ к постройкам, мастерская. Так, ну-ка. Бездари, да? А, вот это, наверное, я полагаю. Или нет? Ладно, не важно.
Понимаю. Видимо, твой лидер был тем самым подкреплением. Мой лидер отъехал в первом же сражении. Так у тебя в тях гарпии конница вся убитая. At your command. Вот ты запись включил, типа стрим сейчас идет, или ты просто записываешь? А, потом видосики из этого делать будешь? Ready for orders. For battle. Thank you.
Ready for orders. Disengage! Your next command. Commander? Я тебе говорю, поставь войска в город. Видишь, они не в городе стоят. Вот эти вот. Ready for orders. Make haste, men! At your command. We hunger for battle. At your command. Ready for orders. Ready for battle. At your command. Sign up, lads, for a good and glorious life. We hunger for battle. Типа, если что, у меня через два хода будет регулярная армия для тебя. Ready for orders. Так, ну ладно, я думаю, с моими воинами тебе уже участвовать не надо. Ты дал мне территорию. Говорю, тебе больше не надо участвовать. Пока что в моих войнах. Типа два хода потерпишь, я проведу свою пачку. At your command. Ебать, Понто-Каспийская сеть, 10 тысяч дохода. Я знаю, нужны эти, нужны чуваки, как их? Есть соглядатые, есть воители, есть... Вот эти третьи типы, они тырят монету. Доход. Да, нужно сановников нанять. Ну вот, сановники будут нам с тобой тащить монету. У меня 25. Опа. Да до меня спартанец доебался. Нет, типа доебался, прям доебался. В режиме обороны у меня повес. Ну ладно. Без проблем.
Да не-не, я второсчет штурмом, там 68% остатка войск. Ну да. Максимальные шансы на победу. Но он меня убил. Да. Ладно. Я сейчас верну Алису. Ты не беспокойся за это. Угу. Правый. Он тебя воителем собьет, покажет. You fear us. It is in your eyes, in your stench, and you are right to fear. War comes. Адриское царство? Да ну не, ну нет. На, пизда. Смотри, он залетел в Анфею сходу. Угу. Я буду сражаться на поле битвы. Тем авторасчетом не очень много теряю. Надо буду сам сражаться. Да, но авторасчетом я теряю до 30. Остальное остаются до 30%. Я вчера это ощутил. Просто кил тогда. Я тоже вот позавчера. Нет. Да, вчера. Нет. Или. Ну, короче, вот, играл вчера, позавчера. Ну, типа, думаю, сейчас все нормально будет. Сейчас высажусь, доведу до центра свою армию. Бац. Он сбривает мои, свои конницы и три отряда пельтастов моих. Так. Так, окей. Я не вижу места высадки. Ну ладно, я рискну. Бля, у меня еще под крепом будут войска идти. Я тебе смогу во время битвы подарить солдат? Отлично. Так, 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 они идут оттуда. Надо понять. Mm-hmm.
А вот там, где отряды стрелков, высадка будет возможна? Нет, я с местами понимаю. Крепо у меня будет идти вообще из жопы самое вот это. Во, плита стрелять. Что это идет? Погоди. Так. Лови. Той пачки, в которой я тебе дал. Melee horseman. Да. Бля, боже, почему тут камера? Погоди, тут камера сломанная. Ну, в прямом. Типа, у меня мешает что-то мне перемещаться по карте. Главное, чтобы вы начальник добежал. Так, ладно, надо вернуть какие-то места. А, вообще будет отсюда высадка. Он, короче, хочет догнать мои отряды. Он типа будет высаживаться с той стороны, где у меня три галеры с стрелками. Да ну и так. У меня добегут Тинс раньше. Да, уже. Citizen Cavalry! Anders, advance at speed! Advance! Ready! Engage! Commander! Riders at the double! Ну, блядь. Четыре отряда стрелков не могут обстрелять один отряд конницы. Почему вы АФК стоите? Я же отправил вам.
Ладно, я дам ускор. Я просто 3 дня буду ждать, пока основная армия пройдет. Ладно, дам и ему ускор. Ну-ка, ебану-ка я флангу гоплитов. Так, все, даю адек. Да, у меня только один адекватный отряд пик остался. Зато 3 фаланги гоплитов. Догони конечно. Cavalry ready and willing. Стрелковая. А, ну окей. Все, мы сейчас допинываем этих. Я потихонечку начинаю расставляться нормально. Типа я в основном всегда свай, такие я всегда ставлю, пытаюсь такие вот. Имбалансный отряд, типа пики в Total War Rome Риме не контрится. Они контрятся только в Атиле, потому что только, ну как, короче, они контрятся везде, кроме Рима. В Атиле они просто хотя бы с между пик проходят и добираются, а здесь они просто утыкаются. У меня тут стрелков. Теперь все отряды мечников мы поставим.
Ну ты это, пешочком иди, мы тут надолго, они там еще даже... Они... Citizen Cavalry! Warriors of Macedon! Companion Cavalry! А, ну тогда. Commander! Companion Cavalry! Может и двух. Shock Cavalry ready! И вот, вот который идет треугольником, сейчас только-только очень медленно идет, это полкан. А. Companion Cavalry! Не важно. Cavalry! Все, короче, мне остается только ждать этих бомжей. И надеяться, что они пойдут вот в эти вот отряды. Ладно, даю ускор. Мне кажется, они даже высадятся. Ты можешь моим полководцам бафы давать? Угу. Хорошо, я тоже свой могу. Там другие еще не открыты. Второго, наверное. Они почти начали высадить. Кстати, знаешь, что я заметил? Вот раньше, году 18-17, оставались корабли после высадки. Да. Это вон, ударной конницей, самым легким отрядом их можешь попинать. Садниками. Да, они и тогда еще не были свежие, когда ты только их подвел. Ты их теперь добей. Все, понимаю. Ну все, уводи через меня. Интересно, яичник додумается идти с той стороны, где конница стоит. Надеюсь, он пойдет через этот центр. Слушай, может ты тоже?
пойдешь, то ты сейчас забайтишь их, чтобы они шли туда. А тут сам. Да-да-да-да-да, ты сейчас их заведешь за собой, и они пойдут туда, где бомжи стоят. Столько стрелков. Я вижу. Так, надо ставить помедленнее игру. И всех этих пионов перегнать сюда. Это гоблины и ополченцы. Это не пигми. Ага, я понял. А, так это он фракийская знать. Его застреляют нахрен просто. Ну да, они ж без брони. У меня тут и пики, и гоплиты стоят. Впереди гоплиты, сзади пики. Смотри, 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 фракийская знать. Ой, фракийские бегают вообще по кругу. Фракийской знать осталось два чувака. Один из них военачальник. А, уже понял. Citizen Cavalry. Ага, у меня тут пробили. Ага.
Riders, on me! Да. А не надо, не надо, не надо, они уже дрогнули. Типа я вот. Все, все, все. Их теперь надо одним фронтом поставить. Ладно, думаю, там чучки прятаются, поэтому этих пик мы подведем сюда. Блять, алло, тут этот фракийская знать до сих пор не сдохли. Два чувака осталось, они. У меня есть резервные отряды именно. У меня есть. Вот, да, да, да. Вот они как раз стоят резервом. Видишь, да, фракийские пельтасты. Убиться не можешь. Бля, стрелков бежит. Ready and waiting. Attack! Advance!
Quickly now! Heavy horse at your command! Ты понял? А, ну типа мы все тут уже закончили. А уже туда мечников ставили. Чтоб ты понимал, видишь, ты прошелся меж моих рядов и построение мне все там сломал. Ты убил 4 человек, 10. А он, смотри, он плотную начал. А, вот этих копейщиков. Ладно, я просто, короче, погнал на них. Почитай. Все, повел на них. Он, кстати, бежит за тобой. Я тоже сейчас пойду повожу их куда-нибудь, стрелков. Что ты знаешь? Ты смотри, по моему полкласса там сколько осталось? 18-15 человек. Причем один из них полководец, его бы не потерять. Вон гитарами в пачку копейщиков спиной залети, которые тут меня держат. Не полководцем, гитаре, видишь, вот гитаре, у тебя фул отряд бежит. А, ну так убери. Вот, да. Все, и можешь уходить. Чисто замес бомжей идет. Ты посмотри. О, все, типа смотри, ты всех их дрогнул. Я же говорю. Типа все, там остались одни копии. Ой, вон, копья застреляющие. Да, хорошо, чтобы это так и было. Пики нарезали 300. Быстро изматывается.
Да, я явно управляю лучше пехотой, чем конницей. Ты весь галоп моих солдат дал. Не, ты видишь, вон там копейщик идет, да? Погоди, тогда вот так вот. Ты просто лучника мимо застрелил. Advance at speed! For Macedon! Я вижу, я что-то уже гоню. Ой, я знаю, что я сделаю. Это я поставлю вот так. Вот поставь конницу там, где она сейчас есть. Просто оставь ее там. Пусть она стоит. Он на конницу сагрен. Он сейчас пойдет на конницу, я начну его в бочину наяривать. А потом... Сейчас он до центра дойдет. И я заведу... В бочину. В спину. Да ничего страшного. Огонь. Я... Нет, у меня что-то музыки. Уже 14 человек почти не стреляли. Он просто этот... Победа. У меня просто победа. А, тяжелая победа. 34 минуты месились. Не, все-таки интересно. Почти все. От бомжей. Ты вылетел, да? А, вот. Стоп. Ты грузишься, да? Угу. Ну да, тут в основном пострадали гоблины, ополченцы и конница. А, ну еще обычный гоблин. Типа из всех его армий белым только остался один стрелковый налетчик. Мой дам.
Город они решили захватить. Ну, не знаю, ну, сейчас подожду, пока ты загрузишься, чтобы посмотреть получше. У тебя там хотя бы загрузка идет? Точно закончилось. То у меня все так же, ждем игроков. Так, ну ладно, отпустить. Да, вот ты и загрузился. Наемники в помощь. Ага, он снова напал еще одним стаком. Бля, может авторасчетом? Ну, обычный режим и режим нападения везде луз. А в режиме обороны максимальные шансы на победу, остаток 82%. Ладно, пофиг, я рискну. Угу. Тяжелая победа, отлично. Нет. Сейчас тогда я в Анфее, я сейчас вот этот вот отряд, который есть, найму туда на... Ты вы... Что у меня? Угу. Тут, короче, напали эти. Не-не, короче, напали три баллы на Одесс. Ну, типа там мы, я выступаю как подкрепление. Да мы? Даже не две, там даже три. Так, че, много потерял? Ну, я почти ничего не потерял. Ебать, я обогатеюсь. Я, короче, сейчас 3000 получил с того, что они на меня нападают. И только что 2700 получил с того, что они на... То. Так. Кушение, меняем политику, тратил авторитет, его партия слишком рада его аресту. Так, какие все коцаные. Да, ща, погоди секундочку. Ну, Ларису надо вернуть. Так, окружаем.
Так, хорошо, сюда мы нанимаем наемников. Со стрелков и вот этих говно. Так, и вот эти. Этой пачкой мы идем в Одессос. Ага. Вообще без шансов. Да. Там бы флот мне не помог. Во флот? Сейчас, погоди. Там только три отряда. Не столь важно, я ошибся, бывает. Так, что мне нужно в эту пачку добрать? Надо сюда добрать. Где Аполлония? А, я там наем делаю. Я сейчас ее утрамбую, фу, пачку. Ну вот, тут есть два отряда пращников и два отряда лучников. А, я не успел. Типа, там стрелки со следующего хода должны были прийти. Наверное. Наверное. Так, в Аполлонии будет фулстак через два хода. Так, начнем по Тимфею. Сюда бомжи всякие подбегаются. Достает. Встать не сможет, она будет как подкреп. Ну, тогда тоже они как подкреп шли, потому что он напал на флот. Нет. Она как подкреп шла. Да. Буду качаться в страх. Так.
Бафаем Александру. Смертники. Есть такие отряды берсерки. Да. Боже, ДСС делать-то не хулять. Хули там пачки. Да, я что-то редко полетел лезу. Как у тебя там дела со спартанцами? Подведешь к Оптигарпии? К Ларисе. А, ну, наверное, лучше ближе ко мне, чтобы с одной стороны войска заходили. Вижу в два раза больше твоего. Да, сейчас ход спартанца начнет, он гигантов подведет и распинает твою пачку. Бля, тяжелый мод, наверное, в обычной кампании мы бы уже в разы больше имели. Просто стак наемников, вообще без шансов. Что такое? Думаешь, спартанец в Афины пойдет? Я вижу, что у тебя падает общественный порядок. Какой? Так распусти их прямо сейчас. We hunger for battle. Ага, это твой король.
Не-не-не, не бойся, не бойся, он не дойдет. Он дойдет. Смотри, смотри, он вот, у него вот, вот здесь вот, у него вот заканчивается твой ход. Типа ты просто отступишь, если тебе повезет, то отступишь. Ready for battle. Ну типа он второй пачкой просто подвел. Commander. You can call me Nix. At your command. Вот, вот отсюда максимальный ход. Так что я тебе советую лучше распусти, ну хотя бы столько, чтобы ты в минус не ушел. Самых дорогих, кто это тут? Вот, вот этих наемных ветеранов гоблетов 370 жрут. Hunger for battle. It is a great and glorious thing to serve your people. Бля, какая же жопа у нас с Римом потом будет. Рим придет. Рим. Рим придет, и смерть нас ждет. Я не. Да, 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 это я вижу. Это да, это я вижу. Ну хотя знаешь, гарнизон у Рима бомжатский, если честно, типа там гастаты, руарии, люди и велиты, ну типа это же бомжи римские. Надо будет туда какой-нибудь саглядатый отправить в разведочку. I am here to listen, if you speak honestly. Блять, надо... Через 8 ходов, через 9 ходов будет сановник. Пойду в самое дорогое государство сосать там монету. Но нет, сколько в Египте? Типа, вот, зайди в провинции и посмотри, какая у тебя самая дорогая открытая. У меня 10800. Понто-Каспийская сеть. Да, или... Да-да-да, в Понто-Каспийскую сеть я просто отправлю туда сановника и все, пусть там. Ну да. Ну типа 700 монет, это ты знаешь, это почти целый флот. Ну хотя хрен знает, сколько там еще сосется. Ну типа до сановника. До сановника еще дойти надо. Я вот. Одессас — это единственная локация этой Адридского царства. Да минус 5 пищи! Давай, так общественный не падает! Угу.
чекай, что сейчас делает Спарта. Подведет пачку к Ларисе. Нет, он встал в... Он встал в защитное сооружение. Опа. Ардейри просит у меня право прохода. А куда ардейри хотят пойти? Когда я не дам им право прохода. Ну, как вариант. Адридское царство залетит. Ага, она да, он дал дебаф и развертывает свои 400 войск с остатками армии. Ну, бля, тут авторасчет не впал. В обычном режиме будем меситься. Ну, типа, если он пойдет, ну, не знаю, может, он просто очень гениальный и думает, что если он пойдет через сушу, то мои войска будут не подкреплением. Да. А, сановник спиздил у меня отряд. Ебать, он охуел. Так, ладно, спекаем пока наемников. Я не знаю, он что-то у меня спиздил. А, так. Ну, типа, разлад в войсках. Погоди. Конечно, там же. Да. Ладно. Я только наемников. Чаров ли? Ладно, я... Ну, теперь я бомж. Тупо без шансов. А ща, ща. Нет. Они же не могут, да, с такими, ну, типа, без командира. Не могут же вылазку сделать. Ну, все. Так, ладно. Окей, ладно. Теперь Rock'em Warriors. Шанс 80. Ну, погнали. Ничего, афинян нам не жалко. Ой, кажется, в этот раз пострадал я. А, чтоб ты понимал, я атаковал без тебя. Да нет, я тоже глупо что-то не посмотрел. То, что я атакую один. Thank you.
At your command. For the gods! Ты точно при разорении не захватываешь? Что нет? Ты можешь добить его, по идее, должно хватить. Ready for battle. None will escape. Your command. Ready for battle. Можно, короче, сделать легче. Мы можем сейчас перезапустить ход. We hunger for battle. Ready for orders. Destination reached. At your command. Блин, тебе просто покрыть надо было Спарту, и все. Еще протекторатом его своим сделать. Завоевать. Понял. Make haste, men! Commander? 4 хода. Окей. Ready for orders. Потерял один отряд пикинеров. Ну, типа, они что? Да. Через 4 хода они восстановятся. Я как раз пока до фуас так доведу. За что? Теперь стало по-другому. Короче, изначально у меня был доход больше, чем у тебя от нашей с тобой торговли. Теперь наоборот.
Мне надо быстрее заканчивать с DSS, потому что я по 800 монет за ход получаю. Не-не-не, я справлюсь с ними, я их добил. Эва. Там типа иераптина. Тебе надо туда... Там было разграбить, разрушить до основания и... Ага, еще мудаки вышли подраться. Да, их 1300. Full loose. Full loose. Фу, поражение, ну типа, в любом случае. Ладно. Да, я отступлю. Стэк из спелла сейчас стоит полуубитый, который должен был браться за... вылить. Так, ладно. Да, у меня из этих долбанных наемников денег нет. Команда? А где? Она мне сейчас не нужна, в принципе. Так, ладно. Я начну делать что-нибудь полезное. Кто? Это кто? Где? Все, слышишь? Общественный порядок упал. У тебя до минус 7. Заход. Может, рестартнем ход? Да. И тебе еще надо зайти в тот, до того, в котором ты
захватил. Да не, должен, там же за каждый ход автосейф идет. Не, скорее всего, моя армия уже отъехала. Не, ну подожди, там... А, ну хотя да. Иди. Не. Там сейчас ход закончился. Угу. Погоди, надо что-нибудь с фрахицами придумать. Слышишь, как начнется твой ход, встань своей пачкой вот здесь. Блять, не могу нарисовать. Ой. Нет, на мосту, просто на мосту. То ты не дашь ему... Он пройти не сможет через твою пачку без боя. И мне интересно, сколько ты будешь держать этот город в осаде, если ты своей пачкой пойдешь? Так, ладно, надо распустить тут наемников. Они все равно мне сейчас никак не помогут. Так. Все, я сдаю ход.
Не забудь то, что тебе тут надо добить вот этих бомжей. Встать сюда. Ready for orders. Почему? Что не можешь? А, да, ну тогда, ладно. Я, если что, я его, думаю, задефаю. Commander? Да, я его задефаю. Если он нападет один своим своей армией, я его задефаю. А, да, я задефаю его, так что ничего страшного. Destroy them. И начни вести своего соглядателя в нос. Если ты начнешь этот саду, то ты будешь стоять там, где ты сейчас стоишь. None will escape. Retreat, men! Retreat! Ready for orders. Но пройти ты все равно не можешь. Соглядатого отправь своего, который вот у тебя стоит в кнос, чтобы он уже туда ехал. Там? Там мне. Нет, своего в кнос, вот, в Иерапитну. Да, чтобы узнать, что у них там. И распусти наемник. Ready for orders. Это не может. А, да тем более, если он нападет на ярость Ареса, там город рядом. Я в... Там будет... Да, но у меня будет город в подкреплении. Ну, короче... Если что, я его разнесу. Он же нападет своей армией, а не всем. Я его тупо застреляю, нахуй. Хотя да, ему там Лариса просит 7500 за ход. At your command.
We need good fighters. Ready for battle. Commander. Что? Куда? Понял. Решил отжать свою столицу назад? Ну, по идее... Своими войсками за один ход дойдешь до Спарты. Если там его армия не отрезалась. Че, рано или поздно мы на него нарвемся. Знаю, лагает, я не могу. Вот, они только развернулись. Теперь как будто 2 FPS, они бегут. Я уничтожил Спарту. We hunger for battle. Так, ну все, я упачковал пачку. У меня есть full stack. We hunger for battle. Не, я сейчас начну здание строить. At your command. Ну, вот это вот мы поставим марсовое поле. И попробуем женить нашего дебила. Итого, кого мы получили? Неподходящая жена. Да. А, она там минус авторитет давала и минус еще что-то.
Ну, у меня сейчас царство. Мне цены не хватает, чтобы поставить лигу и полетай, а для Империума необходим уровень Империи 5. Типа мне царство тоже больше нравится. Да. Но для Империи нужно много дрочить. Your command. March. Waiting for orders. On the move. How may I serve you? Swift. And silent, a shadow among shadows. There is more I could do. У меня еще 7. Ну ты, я там еще военную ветку начал качать в надежде на то, что мне откроются катапульты, которые я не знаю, как открыть теперь. Ready for orders. Commander, on the move. You have further orders? Soldiering! It's a good life! Опять до меня доебал. Угу. Так он куда-то сейчас свои полстака увел. А, вон они куда-то поплыли.
Да ладно, они даже если захотят, Афины не захотят. My ancestors have spoken well of you, and so we offer a treat. The worthy make the best friends. Я, да, я еще с ними эту торговлю подписал. Так, население...